Радио России. С 1 мая в нашей стране вступил в силу еще один закон. Закон, который устанавливает правила взаимоотношений волонтеров, добровольцев и их начальства, так можно сказать, да? Можно, и людей, которые конечно, их привлекают. Да. Именно так, потому что волонтеры и добровольцы получат официальный правовой статус. Закон вступил с 1 мая в силу, был принят в январе этого года. Разработать его президент поручил летом прошлого года по итогам встречи с представителями благотворительных организации, и они же и принимали активное участие в работе над законопроектом. Будем разговаривать о волонтерах, о добровольцах, попытаемся разобраться, как сегодня работают в России эти организации, потому что мне, допустим, не ясно, да, я примерно представляю, ну да, нам, что это такое, нам но говорят, не изнутри, что теперь, понимаешь? Когда волонтеры получили официальный статус, с ними можно заключать какие-то договоры, да. Официальные гражданско-правовые договоры. То есть как до этого волонтеры привлекались, на основании каких документов, каких договоренностей, это одна из сторон вопроса. Угу. Вторая, что нам говорят, после этих новшеств, ну, все эти изменения да. должны позитивно сказаться на взаимодействии между волонтерами и властью. Мне интересно, а были какие-то, просто, может, на моем да. веку что-то были. Не случилось? Я, честно говоря, не могу вспомнить каких-то таких резких скандалов. Ну, ты знаешь, опять скандалов. Же, их не было в новостном поле, но они присутствовали. То есть где-то как-то на лентах в социальных сетях я видел. Ну, посты это подобные. Да. О ну чем что, просто? О чем? Именно по поводу работы самой организации. То есть она каким-то образом не узаконена, и власти предъявляли объективные, обоснованные претензии к работе этой организации. Понимаешь, вплоть до закрытия. И но вот это были не связано... недопонимания. Нет, подожди, но это... Нет, не согласна с этим примером, потому что здесь не недопонимание власть-волонтеры. Здесь нелицензированная организация и разборки с ней. А то, что она привлекла волонтеров, это уже как суп подрядчик. Ну, вот давай разбираться. Сейчас будем выяснять с экспертом. У вас, уважаемые слушатели, хотим спросить, что вы думаете о волонтерском движении? Почему люди готовы принимать участие в чем-то безвозмездно, ради моды, ради галочки в резюме или еще какой-то выгоды? Или это воплощение чистого альтруизма? Как по-вашему? И готовы ли вы сами стать волонтером? На каких условиях? Присоединяйтесь к обсуждению. Телефон прямого эфира 8 800 222 99 92 и WhatsApp и Viber 8 925 222 99 92. Ну а мы общаемся с экспертом на связи со студией, руководитель добровольческого движения «Даниловцы», руководитель школы социального волонтерства Юрий Белановский. Юрий Сергеевич, доброе утро. Алло, здравствуйте, да. Юрий Сергеевич, ну вот скажите, поможет ли этот новый закон о волонтерстве самим движением, организациям? Потому что очень нам вот сложно понять эту ситуацию, будучи невовлеченными. Просто нам говорят, что теперь можно будет компенсировать затраты на форму, там, на питание для волонтеров. То есть какие-то такие организационные да. моменты. Ну, это было большой проблемой? С одной стороны, это все действительно так, вот эти вот формальные истории. Uh-huh. Но мне представляется, что вот в контексте вашего разговора надо сделать такое важное уточнение. Давайте. Дело не в том, что закон, скажем так, разрешает быть волонтером или быть волонтерским организациям. Так. Это все такие вещи, которые находятся, скажем так, ну, даже, наверное, над законом. Это то, что связано с человеческой такой и добротой, и активностью, и гражданской активностью, и так далее. Это все было возможно всегда. Закон на самом деле позволяет представителям госорганизаций и mm-hmm. чиновникам снять с себя некоторую ответственность mm-hmm. и разделить ее с волонтерами. Суть-то в этом. А волонтерам нужно это разделение? Я вам сейчас объясню. Так. Конечно, партнерские отношения – это ключевая проблема, которая, скажем так, вот высветилась за последние несколько лет развития волонтерства. Вот наше движение и наша вот школа, которую вы упомянули, мы развиваем на социальное волонтерство, работу с людьми, помощь людям, которые... Mm-hmm. как-то в беде оказались, там, или в больницах, или в психоневрологическом интернате, или еще где-то. И вот я вам сейчас проиллюстрирую на примере. Mm-hmm. Самое важное, что могут волонтеры дать вот в этих учреждениях, это постоянное присутствие, участие в жизни. Волонтеры не могут дополнить врачей, да, mm-hmm. но изменить качество жизни, например, жителей психоневрологического интерната, когда, например, у них годами нет прогулок, а теперь yeah. есть прогулки, да,
там, или у них годами не было никогда ничего там, ну, каких-то, может быть, творческих мастер-классов. Вот когда наши ребята приходят в техно-неврологический интернат, вот видно, насколько даже эти взрослые люди, они радуются, когда им дают возможность что-то вместе раскрасить, нарисовать, что-то вместе даже слепить. Это потрясающе для них важно. Вот. Но что происходит? Руководство, вот поставьте себя на место огромного учреждения, на место руководства, я имею в виду, к вам прихожу вот я, ну, паспорт покажу, скажу, ну, вот я, отпустите меня. Так. У вас реакция будет двояко. А если вот, например, кто-то из вас один добрый, а кто-то не очень, кто-то добрый скажет, я тебе доверяю, давай там, иди, рисуй, ничего страшного. А кто-то, кто не очень, может быть, он этот не очень там сосиски со склада ворует. Соответственно, он подумает, зачем мне нужны лишние глаза, лишние руки здесь, зачем вот это все, оно мне только будет мешать. И этот человек отказывается от взаимодействия. А проблема-то в том, что взаимодействие нужно не вам как директору, не в некотором смысле даже мне как руководителю волонтерской организации. Оно нужно этим жителям психологического интерната. Потому что я вот не шучу, в некоторых интернатах люди никогда не гуляют. Вот от слова «никогда». Вот, не бывает на улице. И в этом смысле, конечно, это им прежде всего нужно. И тем добрым людям, у которых сердце откликается, они готовы прийти, выкатить эти коляски инвалидные на улицу там. Юрий Сергеевич, то есть, закон, теперь, да. То есть теперь, грубо говоря, вы как руководитель добровольческого движения будете приходить с каким-то, ну, назовем это так, сертификатом. Что вы официально... С регламентом. Да. Вот, собственно, это и есть сейчас ключевой вопрос ближайших дней. Закон как бы сказал, что теперь, ну, на мой взгляд, он больше обратился как раз к чиновникам и к органам власти, и к руководству казенных учреждений. Они сказали, друзья, теперь вы не можете это все игнорить. Теперь вы призваны к этому отнестись всерьез. Они, то есть, обязаны вас... Ну, подождите, но тот, кто тырил сосиски условные в этом психоневрологическом интернате, он там и остался. Он теперь обязан с вами сотрудничать? Да, вот. Да. В этом и есть как бы ожидаемый результат закона. Он теперь не может нам тут отмахнуться, отказать. Да. Он теперь должен... есть регламент. И как раз какой и будет этот регламент в тонкостях, это главная интрига ближайших нескольких месяцев. Вы правильно сказали, мы за это благодарны, в том числе и Министерству экономического развития, и другим органам власти, которые были привлечены к составлению этой истории, что даже наша организация участвовала в подготовке проектов. Да, какие они будут итоговые, я не знаю. Но в проектах мы старались вот это вот слово «партнерство» отразить. Что я вам тоже такой пример дам. Наша организация несколько лет назад пришла в одну из очень крупных московских больниц, не буду ее называть сейчас, и два года мы там работали по договоренности с заведующим отделением. Договоренность была устная, он нам выставил какие-то свои правила, что-то там нельзя, что-то можно, что-то нужно. Мы, естественно, эти правила соблюдаем, а иначе бы нас туда не пустили. Но вдруг больница закручивает через два года гайки. И очень сильно меняет требования к волонтерам, вплоть до того, что волонтеры чуть ли не должны были проходить собеседование с главой службы безопасности больницы. Ну, какой-то абсурд. Вот. И, грубо говоря, нас оттуда убирают. Вот. И когда мы начали вести переговоры уже, ну, ребят, давайте разбираться, то вот что такое не партнерство? Вот разговор шел примерно в таком тоне. Давайте вы придете к нам сюда раз, это значит, мы с вами что-нибудь обговорим, составим бумажку, вы отнесете ее у нас в кабинет номер 7. Ну, понятно. Начинают гонять просто по кабинетам и... Я просто пытаюсь понять, Юрий Сергеевич, ну что им помешает? К примеру, тот же история с психоневрологическим интернатом. Допустим, вам скажут, уважаемый Юрий Сергеевич, мы, конечно, с распростертыми... Так, подпинывая коробку сосисок под стол. Мы с распростертыми объятиями, но у нас специфические... Ну, простите, люди со специфическими диагнозами. А ваши волонтеры вообще способны с ними как-то общаться? Квалификация-то у них есть какая-то, А мы вот можем допустить только людей с медицинским там образованием. Да, вы совершенно правы, что именно такие же претензии, они сейчас действительно и предъявляются. И
Сейчас это происходит в том числе и в больницах. Угу. И когда предъявляются вот эти все требования, я как-то обратился к одной из, на каком-то крупном круглом столе, это было публично даже, к заведующей одной больницы. Она вот ровно так рассуждала и какие-то огород требований выставила. Угу. Я ей говорю, а вот представьте, что она взрослая, да, он была, говорю, вот ваш сын, например, он волонтер. Вот ваш сын весь этот квест может преодолеть, чтобы просто прийти поиграть в шахматы с ребенком, чтобы погулять с человеком. И она сказала потрясающую фразу, которую так или иначе я слышу почти каждый раз во время именно дискуссии с такими вот, скажем, несколько оторванными от жизни людьми. Она мне говорит так: это вы волонтеры, вам нечего делать, это вам надо, вот вы исполняете. То есть вот закон, он все-таки, на мой взгляд, он в некотором смысле меняет эту диспозицию. Волонтеры — это теперь не придурки, которым нечего делать, а это действительно организация, с которой теперь нужно считаться. И если эта организация претендует на неквалифицированную работу, например, да, там именно не помощь медперсоналу, а просто прогулка или просто поиграть в шахматы, да, то в этом смысле неквалифицированная работа, она не требует вот этих всех знаний, о которых вы говорите. И я вам это говорю очень ответственно, и, например, там вы там, да, или кто-то вот скажи, пойдемте в психоневрологический интернат, конечно, вы испугаетесь, я и сам испугаюсь. Ну, честно говоря, конечно, подготовка какая-то нужна обязательно. Да, побывав там один раз, я понял, что а там бояться нечего. По той простой причине, что это просто люди. И да, они, может быть, по-особому выглядят, да, они, может быть, как-то по-особому двигаются. Но это люди, которые желают прежде всего общения, внимания. Это потрясающе. Они первое, что делают, они узнают имя. Они говорят, как тебя зовут? И потом все время называют тебя по имени. Им это очень дорого, чтобы их называли по имени, чтобы кто-то их подержал за руку, чтобы кто-то им ответил на самые простые вопросы. А какая там погода? Там, а когда будет лето? Там, или еще что-то такое. И Юрий Сергеевич, это простое общение. Расскажите, а что здесь недоступно там вам или мне, или кому-то другому? Ну, конечно, все доступно, это совершенно понятно. Юрий Сергеевич. Поэтому я думаю, что будет развиваться все хорошо. А вот вы, ну, такое определение со слов людей не очень посвященных дали, да, что волонтеры — это, простите, придурки, которым что-то делать нечего. Вот они бегают там, куда-то лезут. А как вам кажется, почему вообще такое ощущение сложилось? А, ну, ведь действительно, я просто посмотрела, что народ в интернете пишет. Да. Есть люди, понимающие. Это очень странно. А есть те, кто говорит, да что они там вообще... Вот заняться нечем. Наверное, там дети богатеньких родителей, которых родители решили жизни научить, там выпихнули, а потом они возвращаются в свои хоромы на Рублевке, значит, и сидят там, и прислуга им ужин приносит. Им, типа, не надо денег зарабатывать, а они поэтому могут себе позволить там куда-то, значит, силы прикладывать бесплатно. Вот как вам кажется, почему такое странное отношение сформировалось? Да, я не знаю, откуда этот миф берется. Во всяком случае, когда мы говорим именно о социальном волонтерстве, которое вот наше движение представляет, то здесь он невозможен, ну, как бы, в принципе, потому что войти в то, как бы, пространство, где чужая боль, скорбь какая-то, переживания какие-то или еще что-то, туда нельзя ни как бы по приказу, ни на веревке, но это невозможно. Как-то однажды к нам пришел волонтер, человек, который на собеседовании, ну, просто я помню эту историю, таких, наверное, было больше, но я ее помню, который на собеседовании отвечал на все вопросы, как оловянный солдатик. Я ему говорю, ну, вот вы куда хотите, туда или сюда, там, в больницу, или в детский дом, или вот помощь бездомным, или это... Он говорит, куда скажете? Я говорю, ну, а у вас-то сердце к чему лежит? Куда скажете? А вы понимаете, что это будет трудно? Мне как скажете? А у меня вот это. И этот человек не прожил там и недели. Не потому, что он плохой, а просто потому, что он не стал слушать, ну, свое сердце, что ли, только потому, что он, может быть, я могу догадываться, да, потому что, может, его папа пригнал там, или мама, или еще что-то такое. То есть чувствовалось, что кто-то его сюда пригнал. А вот. Может, потому что милосердие сегодня, Юрий Сергеевич, ну, как-то не в чести, может, и как слабость воспринимается, и как какая-то, я не знаю, вот как юродивость какая-то. Ну, простите за эти определения. Да нет, вы, мне кажется, достаточно точно описываете, но я вам скажу, что не совсем так. В смысле, что воспринимается именно так, но это не есть препятствие. Вот что я хочу сказать. Я много раз тоже был свидетелем, и, собственно, мы так и выстроили нашу работу, и наши дружественные организации все так работают. Мы даем возможность людям
реализовать их добрую мечту. Угу. Не отрабатывать нашу, условно говоря, картошку на дачах, а их мечту реализовать. И как только человек понимает, что он будет делать то, что дорого его сердцу, у него появляются, естественно, и силы, и все остальное здесь. Это совершенно естественно, на самом деле. Вот мы даже как-то для чиновников придумали такое упражнение, как нас попросили провести. Упражнение, где мы их разделили, ну, сидели, ну, грубо говоря, в классе, там много людей взрослых, разделили их пополам. Одной половине я говорю, напишите на листике проблему какую-то, которую вы считаете, чтобы ее не было в нашей жизни, города, там, страны. А другим говорю, представьте, что я подарил вам завтрашний день на одно доброе дело. Напишите это доброе дело. Да. И вот эти списки, они не совпадают. Когда человек начинает думать проблемами какими-то, и они объективные, дырки на дорогах, там, сироты, больницы плохие, обустроенные, это все правда, это все беда, но он думает не про себя. Он думает, что кто-то придет и сделает. И вот в этом смысле, поэтому вот эта главврач так и говорила. Вы все придурки, вам делать нечего. Почему? Потому что мы не решали ее проблемы. А волонтерская организация не решает ее проблемы. Она помогает людям. Вообще для другого немножко существует, да. Юрий Сергеевич, ну вот он, Аня правильно сказала, мало кто вообще представляет, что такое сегодня волонтер. Очень странные, да, разные мнения на данный счет. У нас наши слушатели тоже пишут, а кто это такие, откуда? Вообще, как стать волонтером? Вот такой вопрос конкретный. Как стать волонтером, куда обращаться, куда прийти, что заполнить, какие документы с собой принести, чтобы помочь волонтерскому движению? Все здесь очень просто. Волонтер – это любой человек. Вы, я, это каждый из нас, если у нас есть маленькая добрая мечта. У кого-то это мечта помочь ребенку в больнице. Тогда он может найти себе благотворительный фонд, или вот, например, наше там движение «Даниловцы», или есть такой сайт прекрасный, volunteer.ru, выбрать там организацию, которая ходит в больнице. И дальнейшие действия, они достаточно просты. Это заполнить анкету, познакомиться лично с организацией, что-то типа собеседования, но это не прием на работу, где волонтер в позиции подчиненного. Это именно партнерство тоже, где волонтер тоже обязан просто задать свои вопросы, свои сомнения, все уточнить, как и что происходит в этой больнице и так далее. И, собственно, все. Больше, с точки зрения современного, в том числе законодательства, от человека ничего не требуется, если он готов делать неквалифицированную помощь. А какие-то возрастные ограничения есть? Или там, допустим, по образованию, может быть, что-то такое, что... Возрастные. Есть возрастные в режимных заведениях. Это с 18 лет. Ниже 18. Потому что в режимные заведения тогда это нужно их сопровождающими. То есть те же самые больницы, да? В те же самые больницы с 18 лет. Да, больницы, детские дома, психоневрологические интернаты и так далее, да-да-да, там все, что выше 18 лет. А если, например, у человека добрая мечта экология, ну, она должна быть конкретная, да, например, чтобы парк местный был чистый, то, соответственно, пожалуйста, здесь хоть с 3 лет. Нет проблем, Юрий Сергеевич, убрать парк и так далее. Вот есть такие комментарии, просто один из вопросов, который мы задавали нашим слушателям, как им кажется, почему люди готовы сегодня совершенно безвозмездно в чем-то принимать участие, вот что это такое, альтруизм или нет. И очень многие, достаточно много просто таких сообщений, говорят, что волонтерский опыт работы волонтером добавляет какие-то галочки в резюме. Типа, ты такой современный, ты посмотрел разные аспекты жизни, пообщался с разными людьми, попробовал себя, ты на что-то способен, и, ну, как бы бонусы какие-то зарабатываешь для работодателя. Очень странно, на мой взгляд, выглядит, но просто таких мнений достаточно много. Ну, понимаете, здесь надо сказать, что, наверное, у нас в стране есть два вида волонтерства. Не противопоставляя их, просто так сложилось. Одно волонтерство, его можно назвать, наверное, окологосударственным. Это большей частью волонтерства разных акций, ивентов, не политических, я не об этом. Но вот чемпионат мира, все понятно. Да, и здесь этот процесс более-менее формализован в том плане, что есть эти волонтерские книжки и так далее. Правда, с точки зрения закона эти книжки это ничего, это ноль. Их ни в одном нормальном законе нет. Они просто есть, может быть, там, ну, распоряжение главы какого-нибудь города, что издать книжки, ну и что. А нет никакого закона, регламентирующего, что с ними дальше делать. Ну хорошо, все равно есть книжка, ее можно хоть куда-то принести и так далее, подтвердить что-то. И дальше это уже вопрос работодателя.
И на разных встречах по корпоративной социальной ответственности с бизнесом я много раз слышал от представителей бизнеса, что для них было бы интересно, если бы в резюме стояла такая строчка. Ну, это вот как бы за что купил, за то продал. А второй вид волонтерства – это волонтерство, которое вырастает как раз из благотворительности, из фондов благотворительных, из некоммерческого сектора. Здесь формализации меньше, в том плане, что да, мы можем проставить, если у человека есть эта книжка, там, печать, и мы, безусловно, это делаем, пишем благодарственные письма, пишем рекомендательные письма. Это мы все нашим волонтерам делаем, потому что мы обязаны, я считаю, как бы, ну, засвидетельствовать, что ли, труд этого человека, вклад этого человека. Но я пока скажу вам честно, за все наши 10 лет, нашему движению вот 10 лет, таких случаев были единицы. Человек идет в больницу, человек идет в этот самый психологический интернат, не для того, чтобы потом в резюме что-то себе ставить. Да, видимо, это из-за того, что специфика такая. Это ведь очень тяжело с больными людьми, с детьми, не дай бог, которые с тяжелыми диагнозами. Ну, гораздо легче, правда, отстоять на трибуне чемпионата мира, да, допустим, организовывая болельщиков, чем вот душ свою отдавать. Ну, внутренне, психологически, конечно, это, безусловно, проще, да. Потому что здесь ответственность, она очень четко ограничена и делом конкретным, и временем, да. И так далее. А тут ответственность – это, по сути, включенность в трагическую судьбу другого человека. Конечно, это очень тяжело. Юрий Сергеевич, да, вот тут такой вопрос от слушательницы нашей. Спрашивает, есть ли уже организации семейного волонтерства? Подростки тоже хотят в этом принимать участие вместе с родителями. На самом деле, в присутствии родителей, дети могут участвовать почти везде. Но разве что, может быть, вот действительно в тяжелое больничное отделение их не пустят. Но я знаю случаи, когда в детские дома, и в том числе детские дома для умственно отсталых, как раз именно если кто-то из родителей ходит как волонтер, например, вот катать колясочку с таким ребеночком, который сам не может гулять, то я точно знаю, что детей с собой можно брать. Ну, конечно, нужно пойти там договориться об этом, но это полчаса времени, вот, и, соответственно, спокойно это решается. То есть в присутствии родителей дети могут попадать почти везде, и здесь как раз это больше вопрос не того, чтобы была отдельная семейная организация, а того просто, чтобы родители брали своих детей и шли, и все. А, Юрий Сергеевич, это никак не запрещено. Еще такой вопрос, мнение, да, от нашего слушателя. Вадим пишет, вот в англоязычных странах волонтерство – популярный способ получить опыт. Ну, то вот о чем мы уже сказали, немножечко коснулись этой темы. И, например, выпускник окончен университет по специальности бухучет, но ему сложно устроиться на работу, так как нет опыта. Потому он может пойти волонтерить, вести бухучет, скажем, благотворительной или спортивной организации. В результате у него появится необходимая строчка в резюме. А у нас-то в стране распространен такой конкретный опыт или нет? Вы знаете, он действительно есть. Мне такой опыт известен, когда начинающие люди, ну, про бухгалтеров я пока не слышал, но начинающие, например, журналисты, ну, сейчас в голову не приходит, но такие действительно случаи есть, когда вот после вуза человек говорит, давайте я вот у вас поволонтерю какое-то время и так далее. Потом он получает свои рекомендательные письма, если работал хорошо и так далее. Все это действительно есть, но это не носит массовый характер, на мой взгляд, потому что экономический уровень сейчас не на самой высокой такой высоте в нашей стране, и зачастую люди все равно стремятся копеечку заработать где-то, надо на что-то жить, вот. Но в принципе, да, такие случаи есть, они очень эффективны, безусловно. А мне кажется, не знаю, Юрий Сергеевич, поспорите, нет, мне кажется, не массовый характер, потому что просто смысла многие не видят, и очень ценят многие свое высшее образование, потому что много в него вложили. Даже на практику народ особо не ходит, старается прогуливать, это же ведь, по сути, то же самое, ну, так, если уж округлять, сравнивать. Да, ну, конечно, вот, стажировки, практики. Отличие от практики в том, что практика это по приказу вуза, да, это, так сказать, это, конечно, по разнарядке, да. Это именно отработка учебного задания, конечно, своего рода. А здесь это есть. Наверное, люди так и думают, но с точки зрения сложности, с точки зрения именно... Ну, подождите, давайте я тоже вот на совершенно конкретном примере нашей организации. Предположим, вы окончили вуз. У нас минутка, Юрий Сергеевич. Да? Очень коротко, извините. Да? Наша организация представлена достаточно во многих СМИ. И если бы вы к нам пришли и сказали, давайте я буду вам писать качественные тексты, то вы бы появились в серьезных изданиях, ну, интернет-изданиях, не бумажных, просто как выпускник вуза, вы бы там не появились никогда. Вот,
понимаете? Вот в этом смысле некоммерческие организации дают такой как бы шанс. Шанс, ну, если хотите словом, засветиться, что ли, да? Показать свой уровень и засветиться. Это реальность. Пожалуйста. Спасибо, да, спасибо большое. На связь со студией был руководитель добровольческого движения «Даниловцы», руководитель школы социального волонтерства Юрий Белановский. Разговаривали с ним про волонтерские движения, добровольчество. Спасибо всем за обсуждение. Вернемся после новостей.